Так, мы в Воронеже, около торгового центра. Мы видим, что автомобиль привлекает внимание. Уже продают. Я поменял. Меняю вот на свой. Меняют. Нет, заказы от миллиона долларов. Игорю Гусеву это стоило 3 года жизни. Но я оценил, что 3 года жизни Игоря Гусева в миллион долларов, я думаю, он согласится. Но уже неплохо, уже меняют. На что меняют? Это что такое? Kia Sorento? 45 тысяч долларов. А если сейчас в автоломбард поехать, наверное, даже 30 не дадут. Почему? Чисто корейский. Дадут 30, да? Корейский. Ну хорошо. Ну хорошо, а 45. Учтем. Уже неплохо. Игорек, на 45 меняют. Вот. Можно в ломбард Kia сдать. И новый начинает. Счастливый. Менять эксклюзивно ширпотреб. Ну ладно, ладно, я так. Не, моя не задача, не. Я тебе говорю, за миллион сделаешь такую? Мы с тобой разговаривали. Ты сказал да. Конечно. Ну и все. Рынок, он огромный, ты понимаешь. В Арабских Эмиратах это будет одна единственная. В музее стоять. Ну а миллион ты в золотой цвет покрасить? О, для Арабских Эмиратов с усальным золотом покрою. И сандали золотые. Да. Так, вон Лукойл, на заправку сейчас заезжаем, заправляемся. Сейчас, подожди, Вася. Что там в интерьере? Показывай. Это еще не все. Да-да-да, показывай. Сейчас второй багажник покажу. Так, купили питьевую воду и происходит разлив по малой таре, чтобы всегда под рукой жарко. Воду автомобили, в автомобиле 3-4 человека. Даже так, не а эту бутылку туда? Где? Мешок зачем брать? Там же крышка была. Багажники там забиты крышка. Под завязку. Стой! Крышка осталась. Здесь полностью. Здесь тоже мы видим, едет столик. Топчан для парилки. Вещи. Пенка, ноутбук. Здесь немного попросторней. Хочется снимать, место было. И в люк можно вылезать. Люк я камерой снимаю с люка. Классные кадры получаются. Да, да, да. Видно, и вообще обзор хороший. 360 градусов. Хорошо. Это городишко. Сколько в Краснодаре, кстати, будет? Я хочу там кое-кому зайти домой. Гости. Вадим, а магнит у тебя? Нет. Да, ну, двери. Достань, пожалуйста, один. Там она. А, два. Ярослав. На улице бегать. Ярослав. Да. Ну, спокойно, ты не надо. Звоню, не считай. Так это надо вот на фоне. Давай. Вот так вот. Володя, да. Присоединись к Ярославу. Да, слава Володя. Богам и предкам нашим. Зачем? Что за водичка, 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 водичка. Ничего там нету такого. Со значками? Ну да. Так у них есть. Не вижу. Одни, у одного на сумке, у второго в штанах. Уже раздали. Скорректировать. Не видно же. Я вот, видишь, вот так вот это сделал. Вот, правильно, да. Естественно, а в чем речь? Ну, представлено обычно это. А где еще? Ну, есть наш руза. А, не обычно. Не, класс.
А что нравится, скажите, пожалуйста. Вот многие подходят, ух, класс, что вот именно нравится? Наверное. Работа мастера? Красиво. Красиво? Ну да. Необычно и красиво. Ну да, красота. А всегда возникает вопрос, когда необычно. Если бы стояло тут 100 штук, уже бы не обратил внимания. Ну да, конечно. А когда она одна на миллион. Какой на миллион? Вообще нет второй такой. Авторский, авторский вариант. Игорь Гусев. Да. Стоп, нет. А хорошо, что подклеили-то. Городок называется Аксай. Ну, это один из районов Воронежа. И там мы будем делать привал.
посмотри, какое колоссальное количество денег на всю инфраструктуру, когда можно создать летающие аппараты. А вот. Это же... За цену, наверное, такого пункта. Да, да, да. А люди хавают, цивилизация, это все, все камеры, все слежение, все датчики. Да, камеры тут хорошие. В чем тут? $35, очень дешево. Здравствуйте. Сколько? Сколько денег? А? Не понял. Сколько? Сколько? Проси. Она занята, подожди. Определяю класс. Определяю класс. Давай деньги. 35. А, все. Можно это? Чего? Видеорегистратор. Представляешь? Что-то можно. Что-то можно, наверное. Сейчас ищем Игоря, не вот не вижу. Швеции все дороги бесплатные, поэтому у России есть столько активов, что все для граждан России, все даром, по праву рождения в России.
трассы. А, расширение трассы, точно. Так, вот велосипедисты. Вот миллиарды закапываются земляные работы в бетон. Ярослав, зачем ты это снимаешь? Ну, потому что это миллионы должны посмотреть, что мимо каждого это не пройдет. Это затрагивает каждого. Вот по всем дорогам будет только так. Да, если капиталист будет тут. Он пока уже здесь. Ну, пока еще корни. Эта поганая система еще пока тут корни не пустила. Вот, будем вот надеяться, что... Ну, все уже. Ты знаешь, что может быть еще хуже? Может быть вообще каждая дорога будет такая. Она так к этому идет. Ну, мы надеемся. Игорь! Веники увидишь на дороге, кто-то торгует вениками? Притормози тогда, пожалуйста. Аудиокнига в дороге. Аудиокнига в дороге. Сейчас я отмотаю немножко. Начинаю. Собрался послушать его. Познавайте, люди. Ой. Тяжело отматывать. Через 800 метров продолжайте движение прямо. Кто это знает, как он может занять древний? Пусть ни о чем ином и не мыслит. Не, я это просто потерял начало. Знаю. Вечно. И это 7510. Продолжайте движение прямо. Это навигатор подключен систему. Фальшдруг. Продолжайте движение. Сейчас начинается все. Первое.
священных рек Ирия и Ами, возле великого капища Инглии, у священного камня Алатырь, спустилась с небес Вайтман, божественная колесница. Это средних размеров космический корабль. Великое сияние и пламя. Вайтмана небесная — это средних размеров космический корабль. Собирались и заезжались к Вайтмане небесной твоей роды арийские и дарийские, роды рассенов и светорусов, вожди и воины всех родов расы великой. Собирались ведуны сребровласые и волхвы многомудрые, и служители Бога Единого. Собирались и заезжались, в круг Вайтманы рядами рассаживались. Много дней богов прославляли. Вокруг космического корабля. И отворилась Вайтмана. Рассаживались. Выходил из нее во плоти светлый Бог Небесный. Орек Бог вечно прекрасный. Я явился из Урай земли, из сварги небесной, где течет Ирий светлый. В садах в Ирии, возле Асгарда небесного. Современное название. Герберун громовержец. Созвездие Льва. Сварога сын. Слушайте, люди и воины родов человеческих, слова мои. Поучение слов моих слушайте. Говорил Перуну Ратибор, воин из рода светорусов. Ты скажи, поведай, светлый вождь, есть ли смерть для воинов родов наших? Отвечал Перун воину, нет смерти для воинов рода небесного. Всякое явное либо тайное сомнение сердца, Бог Высший, хранитель миров, отец Сварога и дед мой, лучший из всех мудрых, разрешит. Знаю, вечно премудрость богов. Кто, став учителем, даже если великую тайну поведал, не порицаем богами, ибо нет смерти для них. И спросили люди громовержца мудрого, ты скажи нам, Сварожич, поведай, почему служители Бога Единого и странники Божии путем познания вед хотят добиться бессмертия? Ты скажи нам, поведай, есть ли смерть в мире яви или бессмертно все? Что же из двух правда? Отвечал им Сварожич, правильно то и другое. Но лишь в заблуждении певцы учат о смерти люди. Я же называю обманом смерть, а не обманом бессмертие называю. В самообмане леги погибли. Не обманом бытие достигается вправе. И смерть не как рысь пожирает рожденных. Воспринимаемой нет у нее формы. Смерть наблюдаете вы в окружении, а для себя вы ее не найдете. Иные люди считают, что Удразец, бог мертвых, отличен от смерти. А хождение ваше в мир праве бессмертно. Оно в душах и духе у вас пребывает. Этот же бог царит в мире предков. Благой он к благим, к неблагим же неблаг он. Веление мудрецца в детях человеческих проявляются гнев, заблуждение и смерть, принявшая жадности образ. Самостью сбитой с дороги единение с душой человек не достигает. Во власти смерти заблудшие люди движутся этой дорогой и, умерев, снова и снова в наиболее
в мир попадают. За ними с пути сбиваются чувства, поэтому смерть называют Марёна. Увлекаясь своими деяниями, погоня за их плодами, они продолжают идти в таком направлении и не превозмогают смерти. Вместо стремления к праведным целям, как совесть людей призывает, дитя человеческое, на Мидгарде рожденное, станет вращаться в кругу наслаждений, и на этом пути его смерть поджидает. Это великое заблуждение чувств, с тщетными целями соединяясь, движется в пекло по тщетной дороге. Пораженная связями со тщетными целями, и о них день и ночь помышляя, ваше сокровенное «Я» начнет поклоняться внешнему миру «Яви». В мире «Яви», проявленным родом, первое, что людей поражает, это желание чужого. Вскоре оно за собой влечет гнев и похоть. Эти три порождения темных, людей неразумных, к смерти приводят. А в мире «Яви» лишь стойкие люди, в ком правит совесть, стойкостью смерть побеждают всегда. Устремленной мыслью бурлящие чувства успокоят. Пренебрежением с ними нужно бороться. Для таких нет смерти, ибо они знанием преодолели страсти и превзошли смерть. А человек, стремящийся за вожделением, идя за страстями, гибнет. Но победив желание порочное, с себя всякий прах страстей человек сдувает. Для всех существ и людей пекло кажется тьмой беспросветной. Как безумные они стремятся беспечно к провалу. Но человеку, который отринул безумие, что смерть может сделать? Кто же откажется от обладания мудростью древней, тот пусть ни о чем ином и не мыслит, как бы изгнав из себя силу жизни. Гнев, жадность и заблуждение глубинного «Я» — вот смерть. И они в этом теле земном. Человек, познавший мудрость богов и предков своих, знает, что так порождается смерть. И смерть его здесь не пугает. В его области смерть исчезает, подобно тому, как исчезает смертный, попав в область смерти. И спросил Перуна Один, воин из рода Харийского, «Скажи нам, почему, молвят волхвы, говоря, что, совершая жертвоприношения бескровные, люди могут достигнуть блаженных миров правил, чистейших, неприходящих? Веды их называют высочайшей целью. Кто это знает, так он может заняться делами». Санти Веды Перуна. Книга мудрости Перуна. Круг первый. Санти вторая. Стоп снято. Вы святыни святой расы и веру предков ваших посетят вас годы горести да обиды со страданиями. Кто убежит из земли своей на чужбину в поисках жизни легкой, вот это про меня. Тот отступник рода своего, да не будет ему прощения рода его, ибо свернутся боги от него. Правда, долгонько что-то возвращаешься. Горе чужому, ибо кто чужому горю радуется, тот к себе горе призывает.
не злословьте, а? Смейтесь над теми, кто любит вас. А отвечайте вы на любовь, надо не обречите покровительство богов. Что, внедренный агент. Любите ближнего вашего, если он того достоин. Если он того достоин. Не берите в жены брат сестру свою, а сын мать свою. Ибо богов прогневите, и кровь рода загубите. Не берите жен с черной кожей, ибо оскверните дом, и свой род загубите. А берите жен с кожей белую, вы свой дом прославите, и свой род продолжите. Не носите жены одеяний мужеских, ибо женственность потеряете, а носите жены то, что вам полагается. Не рушьте узы союза семейного, богами освященные, ибо против закона Бога Творца Единого пойдете, и счастье свое потеряете. А вот это не убиенного, чада в чреве матери, ибо кто убьет чада в чреве, навлечет на себя гнев Бога Творца Единого. Любите жены мужей своих, ибо они защита и опора ваша, и всего рода вашего. Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьет, теряет вид человеческий. В третьей заповеди, или в третьей Сантии, будет пояснение, вот последнее, вот это. Стоп, снято. Так, ну вот проехали еще буквально километров 20-30, опять платежный участок. Ну, куда он мечется? Рублей. Че, перегони, я пока поснимал. Сядешь, положишь. Слушай, ну мне бегать-то вокруг. Неохота, да? Снимай так. Винти, бегать ему, видите. Так хорошо, отлично. Едет на автомобиле этот. Бегать. Бегу. Ну, давай, ты будешь с кем. Да тут... Как движение, расскажите, Игорь. Что? Еще раз. Как движение? Ну, ты же следом едешь. Все же видишь, снимаем, все хорошо. Снимаем, все снимаем, да. Нормально. Авангард, вы в авангарде. Ну, да. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Да. Странно так вот. В некоторых 30, в некоторых 120, в некоторых 80, в некоторых 60. А вот в принципе все то же самое. Непонятные вообще принципы ценообразования. Какое-то нелегальное, да? Да, то есть. Но одновременно это, конечно, работает система антитеррор. Все машины антитеррор. Ну ладно. Что, что все машины? Камеры, камеры. Смотри, смотри, сколько камер-то. Камеры корпусируют. Что, не просветят камеры? Там надо взорвать, то взорвет. Так что-то вообще антитеррор. Но это принятые профилактические меры. Если ничего не делать, то... Перекладки. Давайте монетку. Так, план 5 человек. Антигрон.
ребятам надо сказать. Стоп, снято. Так, слева мы видим меловые горы. Дороги закончился, и началась одноколейка. Сельскохозяйственный технопейзаж. Да.
километр будет пробка. Вот она, пробка.
чары Богу. Как завершали? Богу чары. Богу чары. Что, по платному лучше ехать или по бесплатному? Выберешь, да? Не, ну вот тут ям-то нету, но здесь мы едем 50. А сейчас мы по бесплатной поедем? Ну сейчас бесплатно, конечно, сейчас.
полотно пока нету проехано. Может, не везде. Thank you.
городу Аксаю, что является, в принципе, районом Ростова-на-Дону.